Дорогие преданные, сейчас вы увидите две истории, которые подарены нам Шрилой Прабхупадой, и которые очень важно изучать для преданных, потому что это будет первая история о убийстве демона Праламбы, который олицетворяет гордыню и тщеславие. И вторая история – это история о лесном пожаре, который олицетворяет ссоры, раздоры и сепаратизм среди преданных. Поэтому давайте погрузимся в эти лилы в надежде на то, что наше сердце будет очищаться от этих анардх. Все артисты спрятались за задником. Все, мы начинаем. Счастье. Украсил свои локоны и носит, не снимая, никогда. Салата сочные, листочки хрустят. Яшода-мата кормит нас, как говорят пастушки, до отвала. Вот сочный стебелек, прошу, сестра, пожуй.
А я тут земляничку отыскала. Прошу вас, подойдите же сюда. Пусть молоко пропахнет земляникой. Яшода-мата сделает макхан, и Кришна будет есть его в экстазе. Наш сладкий, дорогой гопал! А вы, мать Пингала? Корова Пингала, недойная уже, даю один навоз. Пусть и навоз пропахнет земляникой. Яшода-мата моет кухню им. И кухню, и посуду, и гопала. Обращаю процедуру. Я прорвана. Я ура. Для людей опасен крайне. Не свирепыми клыками, гнущими когтями, а желанием почета. Не хватает мне чего-то выдающегося, то-то. Мой замысел коварный. Поменяю коварный. Воплощаю. Воплощаю план давнишний. Превращусь я в друга Кришны. Так что вдоль и поперек весь я. Мальчик, поспешу. Где? Вот я, мальчик-пастушок. И Кришна. Ведь тебя же твоя мать-то не пустила с
нами в лес. Чудеса чудес и только! А их будет еще столько! Пришел черед двум армиям сразиться. Сперва на две команды разобьемся. И чтобы время даром не терять, вот здесь команда... Кришны! Ач, два, ач! А здесь команда... Баларамы! Витра, Хария, Рама! Я прикоснусь к тебе немножко, и будет из тебя лепешка. Еще чего? Голова демона раскололась надвое. Баларамаки! Да! Пастухи! Попишу. Пастушки! Пастушки! Thank you.
бойтесь, ничего! Напоминает облако оно, спустившееся прямо к нам на землю свободно, беззаботно и легко. Пора бобрать, поскольку солнце уже склоняется за горизонт. Дрожат коленки. Коровушки, кормилицы и гопы. Скорее возвращаемся. Скорей! Домой! Дрожат коленки, силы нет идти. О, Кришна, подыграй же нам на флейте. Эй, ветер, подыграй на флейте нам! А вы, гопы, возьмите маракасы. Облака поплыли из мягкой серебристой пыли. Я вижу, вижу, это пастушки! Раджа! Я! Любит, не любит.
любит. Любит. Хари Кришна, Мата же Вирмала Према есть? Хари Кришна, дорогие преданные, давайте еще раз поблагодарим наших актеров, режиссера, постановщика Матаджи Чандравали, Матаджи Нирмала Према, Матаджи Валентина Пушкина, Вибавари Прабу, преданные, которые отдают очень много времени, своих сил, внимания тому, чтобы наши дети росли в сознании Кришны. Во второй части нашей